Всем привет! Сегодня мы посмотрим постройки, которые пришли на мою почту. Все ролики, которые приходят туда, попадают на мой канал, кроме тех, которые без озвучки. Электронная почта будет ждать вас в описании, а мы начинаем. Итак, Океймс, привет, записываю видео для тебя. Итак, вот мой еще один корабль, это Карпатия. Сейчас я его покажу. Это как бы кнопки, я их использовал, ну, типа, иллюминаторы, так сказать. Вот, труба. И отсюда вот такой вот дым идет. Дальше идем. И вот здесь можно прийти и управлять, типа. Вот я тут все сделал. Вот тут. Раз, два, три, четыре. Как это должно быть? Кстати, тут как бы колокол вот такой. Я вот так вот сделал это. А еще я сделал пиццерию Фредди Фазбер. Вот она так выглядит снаружи. И сейчас я покажу пока что вентиляцию. Вот так заходим сюда. И идем вот сюда. И тут вентиляция. Тут у нас... Да. Было что-то плохое явно. И вот отсюда выходит. Мы возвращаемся обратно. Так. Вот. Заходим сюда. Тут как бы билет. И вот. Тут Фокси у нас. Там Чика, Фредди и Бобби. Но их пока что нет, есть только Фредди. Да, он плохой, соглашусь. Я его как-то плоховато сделал, что ли. Не знаю. Ну, вообще, строить таких... Таким образом аниматроников в Роблоксе как-то сложновато, что ли. Дальше идем, и тут у нас комната с шариками. И все, тут как бы, знаете, балунгой должен быть. Вот, из FNAF. А тут у нас камера. О, привет. Вот у нас на камере. Вот что. Я тут, правда, места не хватило дописать. Но думаю, ничего страшного. Вентиляция как бы еще одна, только уже та, где аниматроники должны идти. Ну вот, кстати. Тут есть еще склад. Тут сундуки у нас. Вот. Кстати, чтобы попасть сюда, вот, видим проход там, нужно сначала пролезть вот сюда, вот, и все. И вот так вот тут посидеть даже, вот. Ну, пока что ли. Надеюсь, что попаду снова в ролик. Привет, Yosh Games. Короче, вот я построил FNAF 1, а сверху это я построил для того, чтобы было более темно. Это карта FNAF 1. Здесь я не знаю, что мне сделать, типа... Здесь нету, наверное, части. Но... Туалет. Всего две кабинки. Да. У нас тут туалет золотой. Тут раковина, можно помыть руки. Мыло, мыло встроено, поэтому не переживайте. Так, сцена аниматроников. Вот, потому что я их еще не доделал. Вот. Тут комната запчастей. Фокси, Бонни, Фредди и Чика. Здесь эндоскелет, да, очень худой. Просто здесь он страшный. Лицо у него страшное. Вот. Теперь будка Фокси. Ничего необычного, казалось бы, но здесь настоящая комнатка. Здесь должна быть вода, но я не воду, короче, ладно. Окей. Теперь... Кухня, тут хлеб можно поесть, тут такая мини-духовка, тут раковина, можно помыть посуду, тут вот эта урна, вот эта печь, это холодильник, ну и, в принципе, все, камера есть рабочая, если что, то еще. А есть вот это. Здесь два монитора, здесь стопом стоит, вот, не помню. Я ориентировался по карте, тут... Собственно, здесь пол сделал очень криво.
Здесь, короче, комната уборщика вот эта. Я не знаю, какая комната должна быть, поэтому просто офис FNAF 1. Да, не очень похоже, естественно. Ну ладно. Двери. А что двери? Двери закрываются. Здесь подсветка, здесь они закрываются по отдельности. Здесь камера на левом, на левой стороне и на правой. Есть. И здесь камера на кухне, здесь камера на главный зал. И здесь камера на дискелец. Ну и, в принципе, всем пока. Привет, ух. Я хочу показать себе твою, мою постройку. Это грузовой корабль. Я ее скинула тебе в Дискорд, но хочу показать на почту. Вот тут есть такая маленькая машинка, я хочу ее поменять. И такой вот грузовой корабль. Тут в середине есть пульт управления. Я нажимаю. Сейчас, выключу. Я нажимаю, двигается такая вот штука. Все нужно открыть и нажимаешь. Оно будет выталкивать грузы. Можно еще двигать этой штукой, чтобы притягивать разные предметы. Или загружать в сам сайтборд. Ну, это все.